Новый карагандинский детский сад «Байтерек» подготовил к школе первых своих выпускников. 90 будущих первоклашек отпраздновали свое взросление большим, почти гала-концертом. Завтра они придут в школы на смену тем, кто перешагнул порог школярства и ступил во взрослую жизнь. Больше месяца готовились малыши к своему первому выпускному празднику. Вместе с ними волнуются их воспитатели и, конечно, родители, мамы и папы, дедушки и бабушки. Украдкой роняют слезы и подбадривают своих самых любимых ребятишек. Совсем, кажется, недавно они с трудом выговаривали свои первые слова. А теперь читают стихи, да не просто так, а с выражением. Сколько труда, терпения, вдохновения вложили воспитатели в своих таких непохожих друг на друга ребятишек, история умалчивает. Зато результат налицо. Бодрые, веселые, озорные, не теряющие присутствие духа при такой серьезной аудитории – все это дело рук воспитателей. Именно они научили неумех вести себя в обществе, друг с другом читать, писать, считать. Воспитатели показали всю свою работу на утренниках, которые они проводили, что они научили, чему они научили детей, как они их воспитали. Хочется сказать, конечно, работа воспитателей очень тяжелая, кропотливая, но когда видишь лица детей, когда видишь результат, конечно, душа радуется. Почему такая прекрасная профессия, воспитатель, не сильно привлекает молодежь? Может, они еще не в состоянии оценить и понять ту любовь, которую они получают от детей? Для этого праздника мы упорно, долго готовились, учили танцы, стихи. Все дети очень старались показать свои таланты. Что может быть прекраснее доверчивых и озорных глаз ребенка? Сегодня родители за своих детей говорят спасибо воспитателям. Это они дают настрой на всю жизнь этим маленьким гражданам Казахстана. Сергей Высокосов, Толеген Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.